Доброго времени суток! Мобильный оператор МТС объявил о том, что опция «Много интернета», которая отвечает за безлимитный мобильный интернет на некоторых тарифах, станет бесплатной. Напомню, что опцию можно подключить на следующих тарифах МТС: Smart за Бугорище, все версии Smart Plus, все версии Ultra, все версии VIP, наш Smart и все версии Smart Top. С 24 мая 2019 года при подключении или переходе на тарифные планы МТС «Наш Смарт», «Смарт Топ» и «Ультра» опция «Много интернета» будет подключаться автоматически и стоить будет 0 рублей в месяц. Также с 24 мая 2019 года на всех оставшихся тарифах, где опция доступна, она станет бесплатной, как для новых абонентов, так и для тех, кто пользовался опцией за 200 рублей в месяц. Раздавать безлимитный мобильный интернет в рамках опции «Много интернета» можно официально, но всего 3 гигабайта в месяц. Если вы превысите этот объем, то абонентская плата составит 75 рублей в сутки в дни раздачи. Хорошая ли это в целом новость? Пожалуй, да. Абоненты могли и ранее подключить опцию «Много интернета», но теперь, когда она станет бесплатной, это выгоднее. Особенно если учитывать то, что тарифы, на которых можно подключить опцию «Много интернета», и так не самые дешевые. Стоит также отдельно отметить и тот факт, что опция «Много интернета» доступна на непубличном тарифном плане Smart для своих. Совсем недавно получить безлимитный интернет на Smart для своих можно было за дополнительные 200 рублей в месяц или при покупке специального кода, который давал скидку 100% на опцию «Много интернета». Теперь же безлимитный интернет можно будет получить за 0 рублей в месяц, что довольно здорово. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.